Хей, йоу, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем проводить игру под названием Ори. Как вы помните, в прошлой серии мы одолели паучиху быстрее и освободили ее. 99% где-то еще что-то спрятано на 1%. Скорее всего, это вот это. Давайте я тогда быстренько туда заняем. Надеюсь, это то место, куда я иду. И хотя бы я правильно иду, надеюсь. Ну хотя я сюда лазил, по идее. Ну да. А, все, 100%, ребят. Но замечу, что 100% это имеется в виду, что я именно карту от тьмы освободил, а не то, что я на 100% прошел. Так, ладненько, что у нас дальше? У нас дальше по пункту назначения эти шахты. Поэтому отсюда мы выбираемся. Большой светлячок. Отсюда выбираемся. Где наш телепортик? Телепортируемся. Потом спускаемся в пещеру. Изучаем пещеру. Выбираемся с пещеры. Базарим с нашим громом. Он нам создает домики для Моки. Мы по домикам по Моки залазим куда-то наверх. И посмотрим, куда дальше нас путь задержит. Ну, я думаю, давайте, наверное, в левую часть, там, где у нас колесо было, куда мы не могли долететь. Давай. Давай. Погружайся. Так, значит, сразу в пещеры. Прямо аж интересно, что здесь можно будет найти. Прям аж интересно, потому что здесь как бы нету прохода. О-о-о. Ну блин, у меня воздух бесконечный, но все равно, блин, а тут же карта не работает. Желудь в форме сердечка. Вы нашли новый предмет для задания. Это желудь когда-то подарил робкому Моке. Но мы с вами понимаем, куда это надо. Робки Моки у нас. А где был с желудем связанный, который... Сейчас я по карте посмотрю как раз. Моки желудем. Блин, а где он был? Кста. Кста. Если не ошибаюсь, у входа в эту пещеру. Это он! А, вот он, тю. Мой желудь. Больше никогда его в руку не выпущу. Из руки не выпущу. Большой сосуд. Но это не огромный, это большой. Так, а что у нас есть с вами? Подождите. По заданию. Гром заново построить родниковые поля. Ага. Это не знаю. Принести Люпа что-то интересное. Постройки домов. Сейчас мы с вами дом построим. Сейчас мы с вами построим дом. На, огоньки души бродят на понивину. Бок о бок. Не думал, что доживу до этого дня. Мир хороший на глаз. И я сейчас не только о родниковых полях. Да, у нас, в принципе, как раз хватает на домики. Отлично, прямо сейчас я начну.
О, видите, теперь я могу типа отсюда туда запрыгнуть. По домикам этим. Домики Моки как новенький, и ремонт им еще долго не понадобится. Мы горлики строим, умеем. А что? О, крыша над головой. Надо построить еще несколько домиков вон на том большом дереве у костра. А у меня, к сожалению, больше нету. Ну что, все как следует взвесить, да, согласен. А ты пауков боишься? Вот, ни разу говорят, хорошо, что их оттуда... Гром построил славную хижину. В славной хижине и живет славно. Если двинешься на восток, передай моим родным, что я нашел нам новый дом. Они живут в тихом лесу, в первой хижине у входа. Я заплачу за помощь, а еще тебе понадобится этот ключ. Лес уже не такой тихий, как прежде. Ключ от хижины. Вы нашли новый предмет для задания. Это ключ от древней хижины у тихого леса. Вся семья в сборе. Задание обновлено. О, ну надо же, осколок безогранно. Да еще и не идеальное состояние. Это большая редкость. Те осколки, что мне обычно падают, уже ограненные и великолепные. Раньше материал лучше разбирался в этом ремесле. Но я все равно обрабатываю его как следует. Давай посмотрим, что он нам обработает. Секрет. Вы получили новый осколок духов. С ним вы будете чувствовать секреты поблизости. Для использования нажмите. Алмаз без ограничений. Подборочный зал выполнен. Отнести зловещий камень тому, кто... Секрет. Секретные стены. Секретные стены становятся полупрозрачными. Но, блин, это неинтересно на самом деле. Давайте улучшим осколочек. Вот это... Всего лишь 600 стоит? Я не против. Благодарю за финансирование. А, здравствуй, я пришел из этой шляпы. Блин, а шляпу, да, мы так и не нашли. Так, он говорит, где... Тут озера, родниковые поля, да? А где он говорил родниковые поля? В какой части? Я видел, что Крик сделал с твоей подругой, Ори. Мне очень жаль. Знаешь, думаю, Ку о чем-то ей пом... Так. Напоминает. О чем-то, что она хочет позабыть. Она ведь тоже когда-то была маленькой и слабой. Она не любит об этом вспоминать, Ори. Но кое-что Крик все же проглядела. Ку сильная. Я точно знаю, я за ней наблюдал. Давай, что у нас там? Ох, всего смерти у меня 39, утоплений 6, смерти в бою с врагом 8, смерть от окружающей среды 25. Убил я 471 врага. Нихера я расстояние прошел. Открыто умений 11 из 18. Собрано осколков. Процент улучшения осколков. Собрано ячейк энергии. Что такое ячейк энергии? А, все вспомнил. Ну да. Ну, до встречи. Нажмите, чтобы войти. Я теперь могу в домики входить? Блин, а где они жили? Подожди, я не помню вообще. Надо с ним снова поговорить будет, расспросить, где он точно живет. Ты ведь знаешь великого Бауру? Он могущественный хранитель, только спит все время. Чтобы его найти, нужно повернуть на север, не доходя до родника.
Ну, осколочек. Так, разряд дуги. Вы получили новый осколок духи. Так, духов. С ним снаряды дуги духов за... Так, задевает соседних врагов. Для использования нажмите. Типа они отскакивают? Так, нужно все-таки спросить у Моки. Да, Моки счастливы. Заживем счастливо, нам здесь будет хорошо. Скорее бы увидеть сынишку. Вот, радость-то будет. Я не понял, куда идти, подождите. Это горы, если что. Так, а с той стороны он тоже построил? О, уже котел стоит. Так, а что мне вообще, подожди, по предметам? Желудь я дал. Семя, которое я не знаю, что делать. А кто у меня там с картой? Принесите Люпа что-то интересное. Люпа, а что для тебя интересно, мне интересно? Ага, вот и мой любимый исследователь Тихого Леса. Это последняя часть, карта вышла изумительно. Теперь в лесу нам знаком каждый уголок. Уж теперь я-то точно не заблужусь, хотя я тут... Так, хотя я туда и не собирался. Как помощнику картографа я дам тебе скидку на любую карту. Я отмечаю на этих картах свои... Ну, давай посмотрим скидки. Это еще со скидкой, да, хочешь сказать? Ну, я не вижу. Хорошо, как-нибудь в другой раз. Окей, здесь мы задание выполнили. Что мне нужно далее? Далее. Давайте думать. Так, а могу ли я с этим челиком... Поговорить о семенах. С тех пор, как мне пришлось сбежать из замерзшего сада, после бури я повидал немало стран, но дул. Рада мне о вас рассказывали. Такие, как ты, когда-то обитали в краях, где меня зовут чужаком. Я, конечно, не жалуюсь. Я уже почти забыл, каково это чувствовать мягкую землю. Но здесь пока совсем не так, как дома. Так, как успехи, дух? Получил новые семена? Да. Типа я за счет семи... Так, у меня никогда не получалось выращивать цветы сейлы. Старые саду, может здесь им больше понравится. Лунная синь. В отличие от своих сородичей, ловцов света, эти цветы питаются не солнечными энергией, а луной. Счастье светлячков. Из-за упадка дни становятся все короче, и ловцы света никогда не могут напомнить свои лукович. Последнее семечко. Я узнал, что это семя выходит дерево, которое нельзя было спасти. Все-таки не пропало. А ну-ка. Тогда приступим. А, то есть я должен искать семена? Ничего себе. Улучшаем хижины. Улучшаем все. Я же был волновался, что этот сад никогда не сравнится с тем, что был у меня раньше. Но, видимо, я ошибался. Твоим цветам сейлом здесь очень хорошо. Давай, на тебе эти. Тогда приступим.
А, ну еще два семя, в принципе, в зимних краях, и одно семя в этих я мог найти. Как оно называется? Ну, вы поняли. Знаешь, как луна притягивает воздух, вызывает приливы и отливы? Это занятная растительность тоже все притягивает. В нашей избушке на стволе всегда стояла ваза с ними. Это любимые цветы моей матушки. Давай дальше. 70 очков. Тогда приступим. Опа-на. А кто может наверх залезть? Я смогу теперь залезть наверх. Тебе-то доводилось видеть светлячков? Это просто потрясающее создание. И они обожают ловцы света. Летят на свет от цветка к цветку. Давай. Что у нас там дали? Последнее семечко. Тогда приступим. Это, скорее всего, древо со способностью, да? Да. Каев. Вообще-то я лучше разбираюсь в цветах, а не в деревьях, но ясно одно, это большая редкость. Это семя старинного древа, которое выросло задолго до нас, а теперь оно будет расти и после нас. Сори, у меня больше нет, ничего страшного. Так, озеленение полей, новое побочное задание. Да, мне очень интересно, что будет, если я активирую, подожди. Так, свет предков. Свет духов прошлого напитал вас силой. Теперь все атаки наносятся на 25 больше. Нихера, я становлюсь сильненьким. Духи ушли, мои деревья пали жертвой упадка. Одно за другим. Но ты вернулся и нашел дом. Да. Ах, мягкую почву для последнего семечка. Может, еще есть надежда на новую жизнь? Может, последнее семя станет первым древом? Кто знает, кто знает. Ай-яй. Так. Поговорить с Моки. Здравствуй, дух. Не каждому дано стать Моко-храбрецом, но ты все равно можешь доказать свою храбрость. Для этого иди вглубь Полиной Нор. Там ты найдешь святилище, где каждый может показать себя. Я бы и сам сходил, но моя храбрость и так вопрос не вызывает. Ну блин, я туда походу уже ходил. Я уже туда был. Сорян. Так, и там еще есть проход. А может, вот это оно и есть, то, что мне показывали? Да, это оно, походу, есть. Ну, здесь есть, и здесь есть еще что-то светящееся. Не, вот, стоять, это вообще в другой стороне. Ну, давайте Моки докажем, что мы сильные. Независимые. Так, мне сюда нужно, да, пролететь? Или мне заново нужно будет пройти эту дельку? Зато теперь мы знаем, что делать со семечками. Теперь мы знаем, что нужно делать с рудой. Теперь мы знаем все, что мы знаем. И я знаю то, что я улучшил себе очень хорошо статы. Двадцать шесть! Ни хрена себе, я теперь домашняя гусеница. Давай заново пройдем боевое задание. Ну, в принципе, я почти его убиваю, ладно.
Блин, я даже к ним подойти не могу. Понимаете, дело в том, что они даже ко мне подлететь не могут. За это даю денежку? А что мне делать, если я уже ее вот открыл? Мог утверждать, что возле колодца духов в логове воя стоит святилище. Ну вот, да. Найс. Ну вот это, алло, святилище, что мне с ним делать? Я не врубаюсь. Я не врубаюсь. А я не понял, а чё? Нет, заново все пошло. А посмотрите, они сильнее стали, да? Или нет? Или у меня что-то зависло? Чё-то я не врубаюсь. Короче, странно это все дело. Ладно, давайте я вернусь к Моке. А что мне делать? Как мне святилище сдать, если... Если я уже здесь побывал. К тому Моке я никак не мог попасть сразу же. Ты что, виноват в этом? Да уж. Да, там есть святилище. Я уже все святилища открыл. Или мне нужно было именно взять задание, чтобы понять, что там святилище. Я не врубаюсь. Это я, Моки Храбрец. А ты видел... Так, помнишь? Моя легендарная сторожительница с свирепым воином. Воин не забудет никогда. И не забывает всем об этом рассказывать для укрепления моего духа. Ладно, ребят, короче, я понял, что как это дерьмо, давайте я когда в следующей серии разберусь, что мне здесь делать, и мы продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.